За оказание медицинской помощи, достижения на производстве, многолетний труд в самых разных сферах. Сегодня в правительстве области вручили государственные и региональные награды выдающимся землякам. Мы уже знаем, какой вклад в развитие экономики, социальной сферы, культуры, спорта, науки, всех остальных направлений нашей жизни, нашего региона вы уже своим трудом внесли. Во-вторых, ваш пример, он будет воодушевлять других. Он будет воодушевлять ваших коллег по профессии, он будет воодушевлять ваших будущих преемников, тех ребят, которые сегодня стоят на пороге выбора будущей специальности. Это действительно чувство гордости, которое царит в этом зале, оно воодушевляет. Хочется самому трудиться так, чтобы оказаться на этом месте когда-нибудь. Спасибо вам. Поздравляем. В Большом зале правительства люди разного возраста и профессии заслуженным жителям региона вручают орден почета, медали ордена за заслуги перед Отечеством, медали Луки Крымского, почетные звания по отраслям, грамоты и благодарности президента Российской Федерации, а также государственные премии Новосибирской области. В числе награжденных не только конкретные люди, но и целые трудовые коллективы. Мы вами гордимся, мы вас любим. Вы представляете не только нашу область, но и нашу страну. Спасибо вам огромное за ваш труд, за то, что вы делаете. Здоровья, счастья, успехов и, конечно, всем нам победы.